Всем привет! Сразу начинаем играть в новую игру от Supercell Squad Busters. Погнали! Так, вот такой мой отряд будет в этом бою. Так, гоблинская лихорадка. Вот такой у нас бустер на этот матч. Так, выбираем кольта. Потому что он стрелок. Нам Грэбби нужен, чтобы срубить это дерево. Потому что из дерева... О, вот и Грэбби. Потому что из дерева сейчас вывалятся монеты и алмазы. И мы уже на втором месте. Так, давай, Грэбби, руби дерево. О, опять на втором месте. Так, сундучок открываем. Динамайт. Так, гасим этого непонятного тролля. Опа. Гасим еще одного тролля. Так. Мы тут кольца берем. У нас уже два кольца. Нам надо еще собрать третьего и будет слияние. Получится мега-кольт. Опа, опа. Ладно, пока не надо. Так, вот. Нормально. Бомбочку на тебе большую. Так, вот. Только вернулись на второй, теперь опять на третий, теперь на четвертый место. Так, ну эту тему мы не завалим, наверное. Да, эту тему мы не завалили. Ну ладно. Так, берем Грэбби еще одного. Так, деревца надо срубить, чтобы вернуться в топ. Еще на третьем. Опа. Блин. Собрал алмазы и вернулся обратно на третий. Гениально. Опа. Опять на третьем. Хорошо. На втором. Нормально. Второе. И... Оп-оп-оп. Второе. Держим. Держим второе. Так. Мы на первом месте. Динамайт еще одна. Так. Мы держим первое место пока. Давай, давай. Так. Ну, естественно, динамайт. Так, у нас слияние. У нас уже два мега-кольта и мега-динамайта. Так, попробуем зарамситься с этой тимой. Так, я на втором месте. А, ну это меня гасит тут. Так, и еще. О, опять на первом месте. Хорошо. Эти мои рубиться нету смысла. Так, первый. А, куда ты мои алмазы забираешь? Ну куда? Что ты делаешь? Ну, ну блин. Ну блин. Ну не надо. Так, попробуем с этими зарамситься, наверное. А, смысла нет. А, нет, все-таки смысл есть. Так, ну, наверное, ну да. Второе место тоже неплохо. Что у нас по итогам? Я на втором месте собрал 150... Да, 87 очков опыта. Серия из двух побед. Второе место. Нормально, откроем сундук. Тык-тык-тык-тык. Давай. Давай. Что там? Интересненько. 4 Грега. Ну, нормально, для эволюции пока. Так, собираем награды. Собираем наградки. Так, первые шаги. Победили монстров.
Уже 35 тысяч монет у нас. И это хорошо. Так, ну что, всем пока. Встретимся в следующем видео.